Владислав работает в МФЦ. Вместе с коллегами он пришел на центральный стадион в Одинцове с главной целью – пробежать, став участником благотворительной акции «Я бегу, ребенку помогу». Дался нелегко, но благодаря духу соперничества, благодаря коллегам, которые бежали рядом, мы преодолели данную дистанцию и внесли свой вклад. 3 километра – дистанция, которую пришлось преодолеть участникам основного забега. Кроме него, возможность продемонстрировать свои спортивные навыки также предоставили и детям-инвалидам на специальном паралимпийском забеге на 450 метров. Замечательный забег, ведь приходят на такие мероприятия только неравнодушные люди. И мы уже, как мамина помощь, не первый год участвуем в этом. Все желающие могли поучаствовать в творческих мастер-классах, а также интересных ярмарках. Все собранные средства от ежегодной акции идут на помощь детям-инвалидам. Забег получился не только энергичным, но и полезным. Здесь действительно важна не победа, а участие. Спортсмены сплочены общей целью – внести свой вклад в улучшение жизни нуждающихся. Эмилия Аркелян, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».